Воспитание через культуру, ее влияние на цивилизацию, культура как национальная идея России. За 5 лет проведения научно-практической конференции региональное Рериховское культурное творческое объединение обсудило немало тем. На этот раз организаторы решили поднять вопрос о роли учителя в истории человечества. Мы от самых детских своих лет, да, воспринимаем влияние от своих родителей, да, они учат нас, да, дальше школа, институты и так далее. Но есть еще и те, которые повлияли не только на одного-двух людей, да, но и те, которые создали, к примеру, научную школу какую-то, объединили идеи какую-то. Да. В 3 секциях, посвященных наследию Рерихов, истории и искусству, педагогике, было более 70 участников, как в очном, так и в заочном форматах. Школьники, студенты, воспитатели, преподаватели обсуждали опыт таких личностей, как Рерих, Сергей Радонежский, Валентин Распутин. Для большинства участников данной конференции это возможность поделиться своим опытом и найти какие-то новые подходы в сохранении нравственных ценностей. С одной стороны, мы представляем свое видение, видение того, что происходит сейчас в системе образования, что нужно изменить, что нужно сделать, какая система организации взаимодействия с детьми должна быть. С другой стороны, нам очень интересны те взгляды, те инновации, те новые идеи, которые представляются на этой площадке. Как считают участники, многие идеи, которые раньше считали новаторством, сегодня с успехом воплощаются в жизни.